предыдущих сериях. После смерти отца мне пришлось расстаться с привычной жизнью в Розвуде и переехать в Мистик Фоллс к сестре Джейн и Кэтрин. Я не была в этом городе около 10 лет, но там все очень тепло приняли меня, кроме Кэтрин. Я не знаю, почему ей так не понравилось, но теперь причина для ненависти у нее точно есть. Я познакомилась со Стефаном, ее парнем, теперь уже бывшим парнем, и с Дэймоном, братом Стефана. Кэтрин влюблена в него. Не поступай так, ладно? Не притворяйся, что тебе все равно. А что со Стефаном? Слышно от него что-нибудь? Как справляется Дэймон? Дэймон. Это Дэймон. Смотри, какой выбор. Кровавая Мэри или отвертка. На ланч у нас бутылек. They say that home is where the heart is. I guess I haven't found my home. And we keep driving round in circles, afraid to call this place our home. Потом станет легче. Но ты и так это знаешь. Что тебе нужно? Я хочу извиниться. Дэймон. Пожалуйста. Да, это было ошибкой. Я знаю, что не заслуживаю твоего прощения, но... оно мне необходимо. А мне необходимо время. И, возможно, довольно много времени. Да, конечно. Не streets, but you still don't run. Watching and waiting for the rain to come. And these words wouldn't keep you dry, but white tears from an open sky. But I know, but I know, but I know I'm right. I won't
одна семья. Где я? Все началось здесь. И здесь все должно закончиться? Нет, это все не настоящее. Надеюсь, вам понятен метод измерения высоты по тени от солнца. Ну что, уставилась? Отвернись. А теперь я бы хотела дать вам домашнее задание. Выбросила? Знаю, звучит дико, но из-за него у меня были кошмары. Могла просто отдать его мне. Мы делаем маникюр или что? У кого есть набор? Мой в сумке. Я не знаю, Кэролайн. Почему ты такая врушка, Бонни? Что? Кэролайн.